что вам больше всего понравилось в округе Каштелу-Бранку? В этом округе меня больше всего поразила природа. Ни разу не встретились похожие растения, очень живописные ландшафты, речушки. Горная местность потрясающая абсолютно. То есть сначала попадаешь в весну, резко в зиму, снег, солнце. Все это вообще впечатлило очень сильно. Заповедники, фермы, естественно, неизгладимое впечатление оставили. Поразило больше всего радушие людей. Они тебя встречают с улыбкой, провожают точно так же. Местная еда вообще потрясающая абсолютно. Огромные порции, изобилие вина, хлеб абсолютно вообще. Не передать словами. Естественно, мы это все фотографировали, но фотоаппарат не передаст вообще то, что мы увидели своими глазами. Естественно, поразили монументальные камни, эти валуны огромные, останки крепостей. Такое ощущение, что попадаешь просто в средневековье или там вообще в древность. Воздух пропитан стариной, не знаю, как будто в сказке. Людей мало очень, гуляешь так спокойно, воздух чистый. Вообще понравилось все, абсолютно все. Понравилась также работа наших замечательных гидов. Отдельное браво, отдельное спасибо. Вообще замечательные экскурсии были. Интересно, много информации, успеваешь все это переваривать. Легко все было, понятно, доступно. Вот, все запомнилось навсегда. Да, клево вообще, супер. Ну хорошо, спасибо. Спасибо.